На самом деле, мне надо еще умудриться песню, которую мы сейчас будем исполнять, научиться играть на рояле. Потому что, в принципе, я заканчивал музыкальную школу на фортепиано. А Андрюха, видимо, всегда хотел играть на гитаре. То есть, вот он гитару уже, так сказать, получил в руки на сцене, а вот я еще за рояль не встал. Но я думаю, что я еще не упущу этот момент, что-нибудь выучу и тоже буду играть.